сүйікті адам болған. Мен атамды мақтаныш етемін. Себебі менің сүйікті атам Амиров Жәңгір. Ұлы Отан соғысына қатысып, елдің тыныштығы мен жеңіс үшін күрескен жан. Ол нағыз жауынгер болып, талай адамдарды емдеп, ажалдан алып қалған. Атамды қатты сағынғанда, жеңіс саябағына барамын. Себебі онда оның есімі жазылған белгі бар. Менің атам Орал қаласындағы фельдшерский оқу орнын үздік бағамен бітірген. 1940 жылы 2-ші Беларусь майданында 83-ші медициналық санитарлық батальон құрамында Ұлы Отан соғысына қатысып, дәрігер Жәңгір атам майдан даласында қаласының госпитальдарында талай қиындыққа толы ұйқысыз түндер мен қайғылы күндерді бастан кешкен. Атам Жәңгір Амиров за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, тағы басқа медальдармен әскери марапатталынған. Бақсай және Маңғыстау ауданындағы денсаулық сақтау саласындағы үлкен қызмет атқарып, Молотов атындағы медицина институтын 1956 жылы үздік бағамен бітіреді. 1962 жылы облыстық ССТ эпидемиолог бас дәрігер қызметін атқарып, кейін Жаманқалада 2 жыл дәрігер болған. 1974 жылы денсаулығына байланысты еңбек етуді тоқтатады. Мен осы атамға ұқсап дәрігер болуды армандаймын. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Ранним утром воскресенья, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники обрушили на советскую страну военный удар невиданной силы. Удар, разрушивший не только целые города, но и миллионы жизней. Если бы не герои, без колебаний отправившиеся защищать свою страну, свои семьи, неизвестно, какая жизнь была бы уготована их потомкам. За 3 месяца до атаки фашистских войск мой дедушка Шаку Амиров вступил в ряды советской армии. Уже тогда, завоевав уважение среди товарищей, он планировал после службы вернуться в свой родной аул Махамбет и помогать жителям этого района развивать свою страну. Но судьба распорядилась иначе, и он был одним из первых, кто отправился на войну. Долгие месяцы он доблестно сражался, и в очередной битве он получил тяжелое ранение. Его демобилизовали. Несмотря на ужасы войны, когда многие люди были сломлены, а надежды на победу тлели на обломках разрушенных домов, находились те, кто верил в победу и воодушевлял не сдаваться. Таким был мой дедушка. Восстановившись после ранения, юный Шаку начинает поднимать сельское хозяйство Махамбетского района. Это то, чего не хватало односельчанам. То, чего не хватало моей прабабушке, его матери Батихе Апа. Ведь все ее мысли были с ее мужем и двумя младшими сыновьями, которые все еще воевали на фронте. Средний сын Амиров Жангир, санитар, вытаскивал с полей битв своих сослуживцев и возвращал их к жизни. Вместе с ним достойно сражалась за судьбы советских солдат его жена, работая медсестрой. Младший сын Амиров Хансултан, едва достигнув 18-летнего возраста, отправился на фронт и был зачислен в снайперский отряд. Март 1945-го. Венгрия. Советские войска приступают к Балатонской операции, последней крупной оборонительной операции Красной Армии против немецких войск в районе озера Балатон в западной части Венгрии. В ходе сражения советские войска отразили наступление вермахта под кодовым названием «Весеннее пробуждение», после которого, как утверждают историки, у фашистской Германии исчезли все шансы на успех. У Балатона погибло свыше 30 тысяч советских солдат. К сожалению, среди них был младший брат моего дедушки, Амиров Хансултан. Ему было всего 20 лет. Спустя десятилетия в честь него и других павших воинов за освобождение Венгрии возведут памятник в небольшом селе Бадаик под Будапештом. Амиров Хайсултан.
1925-1945 года. Следы крови на паспорте солдата поменяют одну букву на гранитной доске братской могилы, но память о смелом, талантливом и отзывчивом Хан-Султане останется неизменной в наших сердцах. Навсегда. В апреле 1945 года Батихаапа получает похоронку на Хан-Султана. Боль потери родного сына несоизмерима ни с чем, и эта боль оставит шрам на душе прабабушки. Водрузить знамя победы над Рейхстагом! Знамя победы над Рейхстагом водружено! Приказ товарища Сталина выполнен! После победы над фашистской Германией Батихаапа узнает, что ее муж пропал без вести. Очередной удар падает тяжелым грузом на ее плечи. Но в этот страшный период потерь возвращается с фронта ее средний сын Джангир вместе со своей женой. Светлый лучик в темные времена. Мой дедушка Шаку, воссоединившись с братом, с надеждой на светлое будущее, восстанавливают родные края и помогают стране поднимать сельское хозяйство. Став заведующим земельного отдела райисполкома, дедушка сразу завоевал авторитет у сельчан. Без отрыва от производства, дедушка оканчивает Оматинский сельскохозяйственный институт в Джамбуле и становится квалифицированным гидротехником. Добиться таких высот ему помогала моя бабушка, Рапихаапа. Воспитывая 7 детей, она вела хозяйство и окружила всю семью заботой и вниманием. Это позволило дедушке с 1971 года начать работу в Нижеуральском управлении оросительных систем. Дослужившись до начальника, его управление, занимающееся орошением, обводнением пастбищ, получает новое развитие. Под его руководством оросительные системы на дизельных моторах заменяются на мощные электронасосы. Он осознавал, как важно заботиться об окружающей среде, и ответственно подходил к своей работе и вдохновлял всех вокруг, делясь своими знаниями и опытом. Не забывал он и о своих детях, 3 сыновьях и 4 дочерях. Сыновья Ибрагим, Алибек, Адельбек и дочери Хаселя, Жанна, Слупья и Гульфани. К сожалению, мой дядя Ибрагим покинул нас, но мы всегда будем помнить то, что именно он продолжил дело отца. Он же нашел могилу своего дяди Хан-Султана в Венгрии, что помогло увековечить его имя в истории. Моя мама Хаселя с гордостью вспоминает о своем отце, рассказывая интересные истории и делится знаниями, которые когда-то ей передали ее родители, моя бабушка с дедушкой. Эти же знания передаются внукам, в которых прослеживается частичка их предков, характер, отзывчивость и невероятная доброта. Дети – это великое наследие, но чтобы труды моего дедушки не были напрасны и память о его вкладе не исчезла во времени, его родные в течение многих лет продолжают бороться за право увековечить его имя на его родине – Махамбете. У Махамбетского и Исатайского районов проходит Боксайский канал – Боксак. В строительство этого канала, в обеспечение водой этих просторов большой вклад внес Шаку Амиров, поэтому просим его назвать каналом имени Шаку Амирова. Это выдержка из открытого письма, отправленного акиму Атравской области 20 лет назад. Под ним подписались многие ветераны и жители Махамбета. Но, к сожалению, письмо тогда осталось без внимания. До конца своих дней Шаку Амиров служил стране. Неужели мы не можем Боксайский канал назвать его именем, сокрушается в письме ветеран Турдугалиев. Ведь Шаку Амиров, прослуживший во благо страны на войне, отдал свою жизнь Махамбету, напоив водой сотни и тысячи людей. Его имя достойно быть увековеченным. Так велит время. На закате своей жизни мой дедушка написал шуточный стих, посвященный современникам и будущему поколению. Он желает нам всегда оставаться здоровыми, сильными и никогда не сдаваться, верить в лучшее, не жалея о прошлом, и всегда позитивно смотреть в будущее. Құттықтаймын ардагерді барымен. Жаңа жылда жігерленген нұрыммен, денсаулығын арта берсін құрбылар, қала бермеш бұрынғыр пөтірпі түріңмен. Бүлмеші шапшаң басшы аяқты, ұстамашы мүмкін болса таяқты, көтеріңгі көңілдірек болсайшы, кеудеңізді жоғары ұста салбыратпа балақты. Жүгіргенде біреулері бұлаңдауды қоймайды, көзбен көңіл оған тіпті толмайды. Икемделмеш ондай әдетті ғұрыпқа, ондай жолға бұларды жіберуге болмайды. Жаңарып қал, желпініп ал, бір белеске шыққандай.
көтеріліп қал, жасар бал, қайта жасап тұрғандай. Жас күндерің еске түсін, ешіркен бе өзімді. Сол күндегі асыра сілтеу қылғынды сезгендей. Жаңа жылда өзгеріп бір көрейік, кәрліктен түпкілікті безгендей. Шыдамдылық көрсетерік жастарға, ұзақ өмір қиындыққа төзгендей. Жаңа жыл құтты болсын сендер үшін, көрсінші кейінгілер ата күшін. Соңғы күш аяқталып бара жатса, беріп кет ұстатқандай қалған үшін. Шәкү Әміров, соғыс және еңбек ардагері.